Электрик. На встречу миссии в окрестностях дня рождения. Я не чистильщик, я электрик. Провожу беспроводную связь, без всяких вспомогательных устройств, в темные уголки мира. Меня никто не благодарит, и никогда не благодарят те, кто увидел свет или увидел нечто при свете, скорее читая ужас в их глазах, неприятие и отторжение. Как будто это я создала их мрачных чудовищ, и я только сделала их видимыми. Любовь и открытость моего сердца делают переносимым этот ужасающий опыт себя. Хоть он и считывается тобой, как моя сексуальная привлекательность и твое страстное влечение к ней. Ох, и хитер тот, который послал меня к тебе. Я не просветитель. Я освещаю жизнь твою временем, текущим из моего сердца, под абажуром моего тела. Ты знаешь, мои корни — это ноги, за которые меня крепко держит тот, кто послал меня. И эти корни уходят вверх. Я вброшена в этот материальный мир, как мячик для гольфа. Качусь по зеленому полю, закатываюсь иногда в лунки, иногда попадаю в озеро, в котором тону. Но живу я в мире ином, там развожу сады и пашу пашню, наблюдаю, как прорастает зерно, пасу пару овечек, играю с козлятами, жужжу вместе с пчелами. А ты все спрашиваешь и спрашиваешь, чем она тронула мою душу, почему мне так невыразимо тоскливо без нее. Электрик.